Эти съемки явно помогут участникам ДТП разобраться, кто виноват. Видно, что удар произошел на зеленый мигающий сигнал светофора. Водитель Нивы «Шевроле» успел проскочить налево, а вот девушка Анна на «Ланцере» уже нет. Поворачивали налево. Мужчина ехал со скоростью, может быть, 70-80 км в час. И все, произошло так. А водитель Мазды Илья и вовсе не успел понять, что произошло. Он ехал прямо и не ожидал такого маневра от Анны. Затормозил в последний момент, но это не помогло. Ничего не видел, двигался со стороны Сормовской прямо. Все. Можешь ехать в комментарии. Зеленый. Машина сама поехала. Сама не поедет. Несмотря на сильное столкновение в этой аварии, по данным ГИБДД, пострадавших нет. Оформлять ДТП с помощью аварийного комиссара водители не стали. Они упорно ждали приезда сотрудников ДПС. Михаил Вагин, место происшествия.